Сегодня я хочу показать вам, как готовлю котлеты, когда не хочу жареного. Нарезаем репчатый лук и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом. Морковь нарезаем кубиками и отправляем к луку. Нарезаем перец и также отправляем к овощам. Помидоры нарезаем и отправляем к овощам. Обжариваем все в течение 10 минут. Нарезаем картофель и отправляем к овощам. Солим, перчим, наливаем воду, так чтобы она слегка виднелась из-под картофеля. Накрываем крышкой и тушим 20 минут. Готовим фарш по привычной схеме: свинина, говядина, лук и приправы. Лепим котлеты желаемой формы и величины и выкладываем котлеты поверх картофеля. Накрываем крышкой и тушим в течение 30 минут. После этого блюдо готово, но для того, чтобы котлеты покрылись красивым румянцем, отправляем блюдо без крышки в разогретую духовку на 10 минут.